Что, черт возьми, вы делаете, капитан? Мы ждем, сэр. Ждете чего? Рядового Десса. Кто, черт возьми, этот Десс? Я всегда мечтал быть доктором, но... Но так и не смог. Я не могу здесь оставаться, пока они идут воевать за меня. Ты полагаешь, что война будет идти согласно твоим убеждениям? Пока одни забирают жизни, я буду спасать. Я выбираю этот путь. Это подарок лично от правительства Соединенных Штатов, созданный, чтобы нести смерть врагам. Прошу прощения, сержант. Я не прикасаюсь к оружию. Не можешь убивать? Нет, сэр. Ты знаешь, на войне вообще-то убивают. Рядовой Дас не верит в жестокость. Посмотрим, как он спасет вас на поле боя. Я не думаю, что это вопрос религии. Больше похоже на трусость. Я влюблена в тебя, потому что ты не такой, как все. Они сказали, что ты был арестован. Я не знаю, как я буду жить, если не останусь верен своим убеждениям. С миром, разрывающим себя на куски. Мне не кажется слишком сложно вернуть меня в строй и послать вместе с остальными. Рядовой Гасс, вам разрешается идти в центр боевых действий без всякого оружия для самозащиты. Я верну тебя домой! Вам нужно на это взглянуть. Кто это сделал? Дас, трус. Мы идем завтра в бой. Я не собираюсь идти туда без тебя. Помоги мне. Ты должен довериться мне. Обязательно возвращайся домой. Господи, пожалуйста, позволь мне идти своим путем. Позволь мне идти своим путем.